Порядка 22 тысяч детей в Ленинском городском округе 1 сентября 2019 года пошли в школу. Из них более 3 тысяч ребят впервые сели за парты. Праздник посвящения в первоклассники в Развилковском учебном заведении – многолетняя традиция. И сейчас она стала определенным символом для маленьких школьников, своеобразной точкой отсчета. Дети неосознанно, как правило, идут в школу, их готовят к этому родители, и каждый ребенок должен ощутить себя частичкой этой школы, что все они вместе – это наши ученики, это наши учащиеся. Вот этот переходный период, который был у первоклассников, 2 месяца, у них было даже первый месяц сокращенное количество уроков, адаптация, адаптационный период закончился, и они уже полноправные ученики нашей школы. Первые ряды традиционно занимают главные герои праздника. Прямо за ними – папы и мамы. А потому первая песня, посвященная новой, школьной жизни, исполняется именно для них, тех людей, которые были их главными учителями до того, как они перешагнули порог школы. В Развилковской общеобразовательной школе 7 первых классов. В общей сложности в них обучается порядка 210 детей. Учителя отмечают высокий уровень дошкольной подготовки первоклассников. Начальный адаптационный период практически для всех прошел без потрясений. Наше время сейчас диктует, да, такой темп идет, поэтому лучше подготовиться к школе, чем прийти неподготовленными. И тем более их развивать лучше, и быстрее развитие происходит. Поэтому я рада, что у меня такие прекрасные дети, первые Е. Одно из главных событий праздника – вручение свидетельства первоклассника. Естественно, это не официальный документ, но для маленького человека, только начинающего взрослую жизнь, он имеет особенную ценность. И, как каждый документ, еще больше дисциплинирует. Судя по всему, первоклассники уже довольно хорошо чувствуют себя в новом качестве. До этого момента у них было время разобраться, что к чему в школьной жизни, познакомиться с преподавателем и определиться с любимыми предметами. Мне нравится, потому что Алина Анатольевна хорошо учит. А какие предметы вот лично тебе интересны? Мне интересна математика. Ну а все остальное как же? Теперь никаких поблажек к участникам праздника не будет. С этого дня они полноценные и полноправные ученики. Первоклассники поздоровались со школой еще в начале сентября, но тогда это было только первое знакомство. Теперь впереди у них сложные, но веселые учебные будни. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.